В составе 164-го гвардейского полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта вечером 2 ноября 1943 года Косычушка на Тамани высадился у села Опасного на Рыбпром-2 в Крыму и захватил плацдарм. Рано утром 3 ноября взвод выбил немцев с высоты, откуда враг вел обстрел с переправы, и тем самым обеспечил успех своей части. Взвод наступал с фронта, а группа из 8 пулеметчиков под командованием Алексеенко сбила врага с фланга, уничтожила до 150 фашистов, захватила минометную и пушечную батареи. 4 ноября 1943 года воины дивизии вели расширение плацдарма. В этот день Алексеенко и Пригари сообщили, что за инициативу и мужество их представили к званию Героя Советского Союза.